Певица МакЭс им показала, как сейчас выглядит ее родной брат. Не все поклонники узнали Максима. Певица Марина Абросимова, больше известная под псевдонимом МакЭс им, редко делится семейными снимками. Однако сейчас знаменитость сделала исключение. В своем блоге Марина выложила фотографию с братом по имени Максим. На кадре родственники нежно обнимают друг друга. Певица решила никак не комментировать снимок. Поклонники Абросимовой не сразу поняли, что на фото ее родной брат. Однако фолловеры отметили, что они похожи. Также сообщается, что именно в честь родственника певица взяла свой псевдоним. Напомним, год назад МакЭс им тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. Около месяца исполнительница находилась в искусственной коме. У Марины было 80-процентное поражение легких. Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка вашего внимания. Вот если их не формировать, листья будут, а плодов нет. 4 нижних листа сразу оборвать. Ну, не сразу, а когда вот появятся над ними какие-то листья. Когда появляются все эти плети, нужно их обязательно прищипку делать. Нужно оставить только 2 листа и отщипнуть. И сделать это надо, естественно, как можно раньше. Тогда у вас в пазухе каждого листа будет огурец. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Галина Александровна Кизима. Мне 83 года. И уже 60 лет я занимаюсь садоводством, огородничеством, цветоводством на своих 600-ках. Я не копаю, я не поливаю, я практически не полю. А собираю урожай. Скажете, это невозможно? Возможно. Все время подсматривайте, что делает природа. Действовать только в соответствии с природой, ни в коем случае не поперек. И если вы не будете путаться у нее под ногами, она все сделает вместо вас. Я автор вот такого видеокурса, знаменитого уже теперь, «Огород без больших хлопот». Покупайте, следуйте тому, что там написано, показано. Кроме того, всегда экспериментируйте на своем участке.